Глава региона сегодня проверил, сколько местных товаров на прилавках наших магазинов. Губернатор побывал в крупных торговых сетях. В некоторых из них ассортимент молочной продукции, яиц, овощей и фруктов в основном от местных производителей. А где-то доля кубанского товара составляет всего лишь 30-40%. Глава края еще раз отметил, необходимо расширять ассортимент кубанских товаров. Жители региона должны покупать продукты, выращенные и произведенные в крае. Мы не делаем политику, мы делаем экономику и возможность жителям края и горожанам покупать ту продукцию, которая растет в этом крае. Они ее вокруг себя везде видят, но, к сожалению, на полках магазинов увидеть не могут. Ну, ни больше, ни меньше, это дать возможность жителям есть качественную, жителям региона, жителям города, качественную продукцию, выращенную в этом крае, в котором они живут, в солнечном крае, в благодатном крае. Как заполнить магазины края кубанскими продуктами, уже на совещании губернатор обсудил с представителями торговых сетей и регионального министерства сельского хозяйства.